것들은 납치해줄 수 있어요. 전예예예. 예, 예. 더 팩트의 질이군요. 더 팩트의 질이군요. 예. 그것도 좀 질문하겠습니다. температура, голод, органы, сопли, кашель. Это что, лекарство, да? Да, сколько раз в день пить лекарство. Мы ездили по городам. Сначала вот к бабушке поехали, чтобы подальше от нашего города. Потом на Западную поехали. Это вот с 25 числа мы как начали ездить. И на границу мы, когда 3-го перешли, и на границу мы 3-го перешли. Ну, мы до этого же приезжали, как бы были такие мысли. Просто в этот раз я поехала домой, потому что дети, с детьми побыть. А так, конечно, мы все равно ездили туда-сюда, в Корею. А дети дома всегда были. Бомбили уже, особенно у нас, Николаев как раз. Мой разрушен, а мамин есть. Ну, хорошо жилось, они хорошо приняли, кормили и одели нас полностью, потому что мы вообще без вещей были. Относились очень хорошо. Самое страшное было, это когда вот в погребе мы их держали. Что когда? Когда в погребе держали. Потому что бомбили в основном ночью, это в 3 часа ночи, в 2 часа ночи, а их разбудить, одеть, это было... Детям нравится, это спокойно, они, конечно, там тоже бегали, вот переживали, особенно он. Да, записочки писал, чтобы все выжили. Угу. Ну, как мама все равно, она хочет вернуться домой, потому что дом там. Угу. Поэтому... А у меня муж там, поэтому как бы... Ну, он никак не выйдет оттуда. Угу. Ну, как, мне бы хотелось, конечно, чтобы Корея как-то гуманитарную помощь в Украину, угу. Ну, как бы отправили. Так нам, конечно, вот идея полностью всем помогла. Угу.